кстати, я вам не говорил, этот груз стоит $10 миля. 10 баксов гребаных рублей, баксов гребаных миля. Я продолжаю свое движение. Хочу так пару копеечек ставить. Короче, на протяжении всей Вирджинии, сколько я здесь нахожусь, меня везде преследует этот знак. No trucks, короче. Типа тракам запрещено. Вот реально, я уже, ну, неделю здесь. In 2 miles, take exit 104 for Virginia 207 toward US 301, Carmel Church. Либо действительно тут много рестрикшенов. Хотя реально много рестрикшенов. Вот. Реально, ехал там по мостов много, по лимиту, по весу и по высоте также. И какие-то улицы такие, уже в основной маршрут там это проходят вдоль гор, в ущелье, ну, в таких небольших ущельях. Неплохо тут так, симпатично, да? Отвык я от таких пейзажей. И пейзажу, как бы. Вот мы сейчас находимся 50 миль от океана. 70-80 километров. Вот дорога к океану, к Атлантическому. Симпатично, да? Вот такой вот тут мостик интересный. Закат. Идем в гору по мосту. Все. Забычуем здесь. Не доехал я 40 миль, ну а куда там ехать? Будем разбираться завтра. Я не думаю, что сейчас нужно вообще куда-то ехать. Уже темнее, тем более это военная база. Это последняя заправка, где можно встать. Не знаю, может там где-то можно было еще где-то на обочине, но я думаю, что завтра будет лучше. Трак-стоп такой небольшой, вообще очень много мест свободных. Отлично. Сейчас можно было бы стейка сделать. Ну, блин, вчера делал, позавчера делал. Короче, всю неделю делал. Сегодня, думаю, поголодуем немного. Разгрузимся. Десять. That's it, what I have, 1 second. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. How much is the bridge when I come back? No money in this day. No, how much is the cost bridge? Free? No anybody there to the mail. The corona? No anybody there. They send the mail. Your truck or your boss? Boss. They go to the boss. And? When you go, there's no anybody there. Oh, okay. And how much it cost? 36. Huh? 36. 36? 36. 36? Yes. Well, do you give me any receipt? I come back and see you. To show to my boss. 5 minutes, okay? Okay. Блин, быстро тут нарисовались, короче.
типа ганчики такие вбешал, как это сказать, с такой вот с котелком на голове. Короче, индусы, индусские ребятки наши. Короче, говорит, давай $20 за парковку. Можно было пободаться, да, можно было бы. Поэтому тут траков нет. Хотя вроде тракстап бесплатный, не знаю. Я говорю, что так много? Я говорю, давай 10. Он типа говорит, ладно, давай 15. Пипец. Ну ладно, дал ему $15. Нифига, мост стоит $36. Вау. Охренеть. Что за обдираловка, блин. Куча платных дорог, короче. По 64-й я там на сколько? В 3 точки я платил, когда ехал с запада на восток. Если ехать по 64-й, там только 2 платные штуки стоят. А я там потом еще на 71-й ликую свернул. Там еще одна, короче, 3 у меня дополнительные. Этот еще пятнашку свалил, скосил. Можно было куда-то свалить. А куда здесь свалишь на острове? Некуда валить. Не знаю, но главное, чтобы безопасно было. Ладно, $15. Им тут тоже жить надо. Бедные тут. Солярка за 3.20. Самая дорогая солярка. Даже дороже, чем в Калифорнии. Сейчас, сегодня. Привез мне ресит. Чек. Thank you so much. А? Usually truck stops charge $15 per night. Да? Where? No. I have been working as a truck driver 5 years. Before nothing, now they charge. Yeah. Okay. Is it safe place? Huh? Is it safe place to stay overnight? No, anywhere. Is it safe place? Safe? Safe place. Safe? Hey, yeah. Grocery store? No. This safe place? Here? Yeah, yeah. Here are very safe. Safe, okay. No anybody in the house. Okay. Thank you. Have a good night. Короче, ну ладно, ресипку дал. Зашел я, почитал там ревью. И так, секундочку. Действительно, $15 стоит, хотя нигде не указано, что тут платно. Ну ладно, что делать-то? Не обеднеем. Но ревью, конечно, такие, я там в шоке, там два, ты, короче, из пяти максимально там двоечка, короче. Там куча ревьюшек, единички, двоечки, и все пишут, типа, где, если владельцы заправок индусы, то, короче, там грязно, там супер грязно. Вот реально эта заправка, вон там, если я, когда я проезжал, ну, внутрь, если сейчас зайти посмотреть, когда я там рядом проезжал со зданием, сразу видно, что там жесть, короче. Да кому говорить, местные знают, что у индусов всегда грязно. Не знаю, почему так, но, видимо, ну, культура чистоты такая, ну, у всех по-разному. У них, не знаю, либо их не контролируют, либо это закрывает глаза, не знаю. У них свои понятия, у нас свои понятия, да. Ну, что сейчас поделаешь, живем в одной стране. Ругаться не будем. Заплатим мирно. Пожелаем спокойной ночи. И главное, чтобы это было безопасно. Вроде сказал, что безопасно. Неперспективная заправочка, да. Смотрю, сейчас старичок один подъезжал на флотбеде. Остановился там. Индус подбежал такой, типа, говорит, это еще даже не успел выйти с трака.
Говорит, типа, сколько ты здесь собираешься оставаться? Что-то ему там сказала, короче, видно. Это ему, говорит, 15 баксов, наверное. Короче, взял и свалил даже. Даже не стал заходить на тракстоп, ничего. Доброе утро. Углубляемся вглубь острова. Что-то не похоже, чтобы тут траки ездили, блин. Навигаторы разрываются, один в одну сторону показывает, другой в другую. Здесь красиво. Сейчас мы уже едем по парку. Становится интереснее. Футбольное поле. Парк. Кстати, я вам не говорил, этот груз стоит $10 в миле. 10 баксов гребаных рублей. Баксов гребаных миля. Из них мне достанется 5, потому что, как обычно, брокер половину капусты срубил себе. Военный груз, все дела. Кемпер какой-то граунд. Но что делать. И это самый маленький, самый легкий груз, то что я возил, самый дорогой по милям. Вот этот груз, вот собственно вот этот груз, такой маленький, легкий и самый дорогой. Ну, короткие мили. Да, очень много места, но не было ничего в эту сторону. Разгрузился. Сочная, сочная зелень. Приехал в город Балтимор на завод по изготовлению краски. Краску здесь производят или изготавливают, не знаю, как правильно сказать. И вспомнил реферные времена. Двери, вот это все такое вот. Балтимор. Так тут тесно, узко. Это... Завод находится недалеко от даунтауна. Сейчас жду, когда меня погрузят и еду в Нью-Йорк. А Пойтон, все дела, короче. Не знаю, почему-то мне вспомнилось реферные времена. Потому что я такое, наверное, возил в рефере уже не раз. Сейчас повезу на стабдеке. Ну, чтобы взять этот груз и быть легальным, нужно иметь танкер эндорсмент, то есть разрешение на перевозку грузов в бочке. Бочка, танкер. В общем, взяли мы этот бочечку. У меня есть в драйвер-лайсенсе. Я когда-то сдавал и... могу перевозить такие груза. За них неплохо платят. Учитывая сегодняшнее время, в принципе, что отказываться. 40 тысяч паундов. Нормально. Поеду в Нью-Йорк. Вообще я в эти эри не приезжаю. Я здесь был, наверное, последний раз лет 5 назад. Один раз единственный. Наверное, второй раз в жизни здесь. В этой эре. И в штате в Нью-Йорке буду второй раз.
Но учитывая сегодняшнюю ситуацию, то взял, да. Не буду противиться, буду работать. Вот такой вот грузик. Выезжаем из этого места на первой передаче, горочка. Есть еще место, но... Короче, вес, да, вес 40. Я думаю, что можно еще пятерку взять паундов. Даже еще два паршала можно взять большие. Куча места. Но нету, походу. Turn right onto Holland's Ferry Road. Вот он, Балтимор. Вообще, здесь дорога жесть, я проезжал ее. Надо по минималке бросить скорость. И вот здание. Офигеть, рельсы болтаются. В тесноте, как говорится, но не в обиде. Едешь и только успеваешь по сторонам смотреть, когда повороты здесь такие резкие, чтобы столб не зацепить. Квартирку здесь хотели бы?